Приветики! Я Мию Нокс, и сегодня мы начинаем нашу небольшую серию уроков по магазинам. Мы уже поговорили о пище, и теперь мы рассмотрим основные способы ее добычи. Но для начала нам нужно разобраться, доступен ли нам магазин. Нам доступен магазин только в том случае, если мы имеем антропоморфную форму, либо владеем телом человека. Тогда основными нашими проблемами будет добыча денег и нормальной одежды. Во втором варианте вы имеете полностью монструозный вид и за покупками выходить не можете. Тогда придется учиться заказывать продукты на дом. Для этого понадобится компьютер с интернетом и банковская карта. Где добыть карту? Не подскажу, потому что вряд ли вас пустят в банк, но, как всегда, за вариант отжать ее у кого-нибудь в темноте в подворотне. Вот. Какой у нас план действий? Мы просто заказываемся в интернете, курьер приносится нам под дверь, а мы оплачиваем онлайн. Третий и самый лучший вариант – это найти друга человека. Многие люди готовы помогать монстрам, потому что они в целом нас заинтересованы. Они считают это интересным, классным и надеются, что мы их не сожрем. Поэтому, если у вас получится найти человека-друга, он сможет оплатить за вас доставку, либо сходить в магазин, а также предоставить вещи первой необходимости. Подытожим. Итак, везунчики у нас те, кто получил более человеческую форму. Вы можете спокойно ходить в магазин и выбирать продукты сами. Ну, куда меньше повезло ребятам, полностью похожим на монстров. Вам придется, скорее всего, искать друзей, потому что проблема карт все еще не решена. Однако друзья — это неплохо. Они всегда поддержат, помогут, ну или послужат пищей на черный день. На сегодня все. Спасибо за внимание и увидимся в следующих видео.